Всем привет! Сейчас я расскажу об орешнике. Вот черги у нас. Вон бледные. Еще по цвету отличается. Вот пыльца еще с них. Так, где пыльца? Пыльца. Пыльцу давай. Ну-ка. Короче, тут пыльца. Вот они так, кажется, опыляются. И это не самое главное. Главное, обрезку производить орешника, чтобы куст не загущался. Вот я обламывал. В прошлом году давал уже урожай. Крупные такие орехи, мне понравилось. Вот тут ломал. Но это ничего, это все зарастет. И вот там орехи будут внизу. Вот, подпил сделал весной. Главное, центр, чтобы не был это загущенные ветки, чтобы вот под наклоном были. Они ровно росли. Молодежь тоже убираем. Вот, тоже ломал. Не первый год этот кустик формирую. Ну, там ладно. Главное, вот, чтобы солнце светило, чтобы все туда ветки уходили. А тут, где нет солнца, обрезать, чтобы... Ну вот, сок не тащило. Нет, а лещина. Вот. Такие серьги. Для пота. Такой кустик. Шикарный. Шикарный. На опушке леса лучше всего орехи растут, я замечал. Потому что солнце любит. Вот на даче посадить. Это орешник, орехов нет. На солнце сажайте, тоже любит цвет. Этот орех. Вон на ферму посмотрите, как фундук выращиваете. Выращивают. Там вообще не в лесу, а на поле. Поливает и все. Вот он и не плодоносит. Хотя не от этого, наверное, морозы бьют. Опадает, засуха. Много факторов. Все, всем пока.